Капуки-кануки. Привет! Я иду к своим игрушкам читать книжку. Кто перевернул грузовик? И не убрал за собой пасту? Ай-яй-яй! Зубная щетка не на месте, а грязная посуда на земле. Вкусный завтрак. Сейчас Марти почитает, Здравствуйте! Сейчас Лаки и Шоколадка будут убирать за собой игрушки. Ой, убрать-то за собой забыли. Уборка – это весело! Помогайте! Шоколадка, давай в красный вагончик положим грязную посуду. Хорошо. Вот грязная чашка. Желтая чашка. Чистота. Читаем. А умывальник на место убрать? Ой, расчесочка. Забыла. Лаки, подъезжай. Ой, я еду. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Помогай мне двигать игрушки. Садитесь в вагончик. Поезд отправляется. Ой, отправляется. Мы едем наводить порядок в автосервисе. Здесь кто-то чинил грузовик. О, у него колесо накрутилось. Не может быть. Давай проверим. Все колеса крутятся. Все! Грузовик может ехать. Автомеханики должны убирать за собой инструменты. Договорились? Да! Клади ее в ящик для инструментов. А это плоскогубцы. Скажи, плоскогубцы. Готовы? Поехали! Молодец, Лаки! Он такой внимательный! Здесь стоят машины! Бетона мешалочка! Будет возьмем экскаватор! И грузовик!
Отличная идея! Как я люблю порядок! Конечно, в ванную! Идем, покажу! Это ванная комната! Была грязная посуда, будет чистая. Я ее помою в посудомоечной машине. Шоколадка, подожди. Давай поставим чашки в посудомоечную машину правильно. Их нужно перевернуть, иначе внутри останется грязная вода. Вот, запомнил. Перевернуть. А молоко в холодильник. Закрываем. Можно идти читать? Ты любишь читать книжки? Я очень люблю. Проблемка. Мы забыли убрать машинки. Ой, какие красивые. Маленький мусоровоз и грузовик. Маша, звони автоводу. Звоню. Алло, автовоз, ты забыл на детской площадке свои машинки? Приезжай, пожалуйста, срочно. Ждем. Теперь можем читать. Книжка называется «Веселые машинки». На детской площадке стоят маленькие разноцветные машинки. Красная, голубая, зеленая и желтая. Грузовичок Лёва хочет собрать для них автовоз. Да-да, из-за Вани скоро приедет автовоз. Соберем автовоз вместе. Сиденья, руль, колеса и прицеп с платформами. Автовоз почти готов. Осталось установить правильную кабину. Помоги Лёве ее выбрать. Подвиньтесь, пожалуйста. Не это. И не это. Это кабина скорой помощи. А ты знаешь, где кабина автовоза? Правильно. Вот она. Маленькие машинки заезжают на автовоз. Давай их посчитаем. 1, 2, 3, 4. Автовоз поехал катать машинки. Пока-пока! Пока-пока! Лёва хочет собрать еще один автомобиль. Интересно, какой? Кто вызывал автобус? Это мы! Помоги нам, пожалуйста, увезти на парковку маленькие машины. Я большой! Ты большой? Мусоровоз, тебе оп, наверх. Я поехал. Па-па-па-па! А я хочу снова кататься на поезде. Едет чук-чук-чук, и вагон качается. А в вагоне, кто-то улыбается. Ha ha ha!
тоже можешь почитать интересную книжку своим игрушкам или послушать песенку грузовичка Лёвы. Пока!